А в апатитах в этом году 9 класс заканчивают 572 ученика, 210 получают аттестат о полном среднем образовании. Последний звонок у них уже позади, а впереди следующий ответственный этап – экзамены, выбор профессии и новые знания. Какие амбициозные планы ставят перед собой вчерашние школьники и почему их учителя не сомневаются, что у ребят все получится? Репортаж с торжественной линейки в одной из школ города – продолжает наш выпуск. Встречайте, выпускники 11 А класса. Олеся Смачкова, Лев Григорьев. Ольга Анохина, Илья Емлановский. Россия священная наша держава. Мы благодарим вас за ваши успехи в учебе. Вы каждый стремились к своей вершине. И спасибо вам за эти годы. Я благодарю наших педагогов, которые дали вам крылья для взлета, вложили в вас душу, сердце, знания, все то, что так необходимо вам в дальнейшей жизни. Хочу вам на сегодняшний день пожелать терпения, удачи на экзаменах, чтобы вы сдали. Экзамены, результаты были такими, какими вы желаете, поступили в свое учебное заведение мечты. Ну а я вас буду ждать на работу, очень-очень. Сегодняшним выпускникам повезло, они застали большие преобразования, которые произошли во всех школах города и вот сегодня в 15-й школе мы присутствуем. Конечно, они стали возможны благодаря тем программам, которые были запущены непосредственно губернатором Андреем Владимировичем Чибисом, это арктическая школа, ну и, конечно, поддержке компании «Фосагро», благодаря проекту «Фосагро школ». Поздравляю всех выпускников, всех учителей с этим замечательным праздником, с последним звонком. Желаю всем удачи на ближайших экзаменах и при поступлении в вузы. Мы, родители, конечно, волнуемся не меньше вас. Помните, приключения в жизни только начинаются. И они будут разными. И мы от всего сердца желаем вам, чтобы как можно чаще они были позитивными. Я знаю, придет тот день, я знаю, настанет светлый час. Я решил пойти в Фосагро класс, потому что хочу дальнейшую свою жизнь связать с техническим направлением. Вот. И в основном классе это поддерживается очень сильно, и больше уроков физики, например, и той же информатики. Я думаю, меня хорошо подготовили к экзаменам, и я смогу поступить туда, куда я хочу, и реализоваться в будущем с помощью своих знаний, которые мне дали учителя. Я планировала поступать в Фосагро классы, чтобы потом продолжить работать здесь, в городе, на фабрике. Вот. И интересная учеба, экскурсии, хорошие преподаватели. Вот именно это привлекло меня. Мне кажется, я научилась всему, что только можно было за эти 2 года. И прям очень понравилось.